638-го. Это год выпуска, 1097 год. Генератор. Вот, таблетка. Многие рассказывают, да, у меня случилась такая ситуация, что ехал по трассе, и у меня начал тоже тускло гореть. То есть пропал свет, тускло начал гореть. Я и зажглись лампочки, которые на панели приборе. Ну, зарядка аккумулятора зажглась. Я понял. Конечно, на приборы я проверил, я посмотрел, что питание не идет, зарядка не идет. Ну, решил поменять щетки. То есть диагностика как подобается. Получилось, что мое предположение подтвердилось. Действительно, это были щетки. Вот они. Они просто уже свое отработали. Вот. Что хочу сказать по этому поводу. В YouTube много искал. Именно, знаете, чтобы сразу знать, какая в 638-м щетка, пока ты не открыл генератор, чтобы ты мог ее найти. Вот, купить правильно, потому что тебе подбирают не всегда правильно щетки, знаете, и практически я ее не нашел, поэтому думаю, я сниму видео, чтобы можно было видеть, хорошо видеть, чтобы вдруг кому-то, у кого-то будет такая же самая проблема. Ну, вот этот резистор, он может быть, у меня, я круглый купил, самое главное вот это крепление, вот, чтобы можно было найти ее. То есть приобрести сразу. Ну, а дальше, дело техники, ничего там сложного нет. Обычно генераторчиком приезжаешь. Расскажу свою историю. В общем, я приехал, вот, заехал я на яму, не снимая генератора, открутил трубу, которая идет от турбины. На хомуте резинка идет от турбины, хомут один, два крепления, труба коллекторная, которая идет на интеркулер, вернее, которая идет на интеркулер. Открутил еще один болтик и открутил один хомут, чтобы дать место. Вот. А дальше открутил масло и плюс и минус открутил на генераторе. Там есть три болта, они очень маленькие. Один болт верхний, болтик маленький верхний, который я открутил всеми подручными способами откручивал. Короче, круглогубцами захватил и открутил. Вот. И пластмассовая крышечка держится на трех таких, ну, на трех пластмассовых таких защелочках. То есть их отгибаешь в сторону. В YouTube можно посмотреть, как это делают на других генераторах. В сторону, и эта пластмассовая крышка выходит. Там получается у вас просто вот так стоит щетка на двух болтах. Тоже нужна коротенькая отверточка, чтобы туда подобраться, потому что очень сложно, конечно, подобраться. И откручивается. Откручиваются два болта. По-моему, вот так она стояла. Вот так точно. Вот так она стояла на генераторе. Вот. Откручиваются два болта. И эта щетка у вас вытягивается. Покупаете такую же самую, точно по креплению. И ставите ее. И закручиваете два болтика. Два. Закрутили. Обратно же крышечку вы завернули. Ставьте на два болта. Она защелкается пластмассовыми защелочками. И два шурупчика закрутите. Третий он и не нужен. Вот. И таким же самым образом поставите трубу интеркулера. Прикрепите ее к двум. Она под этим, к двум креплениям подрамнику идет. К хомуту, который идет. Резиновая трубка идет. Хомут к турбине. И к интеркулеру резиновый хомут выставите и поставите, все. Вот это вся работа, не снимая генератор. Понятно. Еще такой момент, генератор. Да, конечно, снять генератор, зачистить ротор, там все это остальное.
Ну, я вам хочу сказать, ничего страшного нету, ничего там, все нормально. Даже если я поставил вот эти новые щетки. Так, покажу генератор. Блин, сейчас бы свет был бы. Такого света особого нету. Меняю щетки на 632. Так вот Мерседес, который был в работе. Я его, конечно, хотел показать раньше, но не получалось у меня. Я уже 2,5 месяца на нем отъездил. Вот, он полностью поварен, замовилен, сделан. Я вообще-то доволен работой мастера, который сделал эту работу. То есть он его практически, ну, полностью восстановил. Здесь получается 70% покраски. То есть получается левую боковую, левый бок, включая крыло, двери. Левый бок, включая только одно крыло и двери. Это половину дверей вот здесь. Он был перекрашен. Вот. Краска идентичная, потому что я брал банками. Значит, покрашен бампер и половина крышки до номера. Половина крышки до номера. Вот это покрашено, все ржавчины убраны. Вот. И правая сторона, бок полностью покрашен. Полностью покрашен. Крыша не трогалась. Вот. Можете посмотреть, как оно мовилилось. Вот так все полностью. Машина замовилена. За антикорином сделано. Антикором. Полностью днище, блин, все. Усилители, блин. Крылья, вот я показывал в предыдущих видео, вот крылья. Они даже, это родные крылья, то есть оно все варилось там, конечно. Внизу на этих арочках положилась шпаклевка, а они все полностью сделаны и все заварены. То есть точно так же, вот можно посмотреть в этом. Под крылом тоже все замовилено. Я вообще доволен этой работой мастера. Вот, пороги залиты, поменены, все. Ну, вот в таком плане вот этот автомобиль вот сейчас, на сегодняшний день, то есть он восстановлен. И, то есть, в хорошем сейчас состоянии, неплохой. Вот. Вот такая вот работа, то есть, в принципе, по ценовой политике мне денег я заплатил за это все с расходными материалами. Мне обошлось 22 500 гривен. Вот, это все было сделано. Точно так же салон полностью разбирался, снималась обшивка, снимали сиденья, боковые обшивки, пол снимался, все. Это я все сам снимал, все сам ставил. Вот. Поставил я в машине 2 сиденья себе бросил. Вот. И получилось у меня сейчас, как было 6 мест, сейчас получился он 7-местный, плюс водительское. Тоже поменял сиденье. Ну, как бы вот так. Вот такой пассажирчик получился. Все. Если нужно будет вам мастер кому-то, я буду готов вам помочь. Ну, в принципе, телефоны я там написал, если хотите, там смотрите мое видео. Вот. Вот такой Мерседес Вита. Ничего тут, ничего не произошло. Все, во-первых, мастер делал, все высверливал. Вот, и потом я ему давал железо с донора. Вот, все эти вставочки, все это оно по точкам, оно все уваривалось, становилось все на свои места. Ну, и
так сказать, Мерседес может еще ездить и ездить. То есть я уверен, что лет 5-6 я туда заглядывать не буду. Ну, разве буду там где-то что-то подкрашивать. Все бывает, это дорога. Вот. Но машина, можно сказать, восстановилась. Начало, ее год, начало 1998 год. Вот. Поэтому как бы так оно еще походит. Если какие-то крайности с мотором, я уже с мотором не буду играться, а просто куплю донор, мотор и все. Блок свой оставлю, а на доноре буду ездить в моторе. Она еще будет кататься и кататься, работать. Он хорош тем, что мотор простой, никакой электроники не надо. Все поверхностные работы, если руки есть и голова, все это можно делать самому. Вот, спасибо за внимание. Смотрите, ну я еще в ближайших видео еще расскажу кое-что по поводу генератора, если вам будет интересно, потому что случилось так, что у меня погас свет, тускло начал гореть свет и накрылись щетки, соответственно генератор тоже, ему уже сколько лет, а щетки не менялись. Вот, смотрите видео.